С нами главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Борис Олегович Миронов. Тренер, ваш комментарий. Ну что можно сказать? Знаете, бывают хорошие игры, а бывают плохие игры. Но вот сегодня была очень плохая игра с нашей стороны. Все 60 минут. Хотя моменты были, моментов много создавали. Не забили, а соперник использовал те моменты, которые мы им предоставили. К сожалению, индивидуальные ошибки, они есть, присутствуют. Стараемся их убрать, но пока не получается. Поэтому забыли, игра в истории, готовимся дальше. Коллеги, вопрос. Антон. Борис Олегович. Ну вот вы сказали, что плохая. Я вот не могу согласиться. Очень плохая. Даже очень плохая. По броскам превзошли прилично. По вбрасываниям тоже обыграли соперника. Матвей опять же забил в первом же матче за Спартак, ну не в первом матче за Спартак, а в первом в этом сезоне, да, и Перушев, кстати, за Спартак. То есть все равно было немало положительных моментов. Я к тому, что невозможно, ну, все время то с 0-3 вытаскивать матчи и тяжело начинать. Ну, понятно, конечно. Броски перебросали, перебросали цифры на табло финальные, поэтому сколько бы ты не бросал, хоть 60 раз. 1-5, это, конечно, никуда не годится. Поэтому здесь даже не обсуждается, сколько бы не бросали, и моментов не создавали. Ну же выиграли. Мы выходим на каждый матч, чтобы побеждать. Сегодня, я говорю, очень плохая игра с нашей стороны. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, конечно, в первую очередь. Поэтому все, готовимся дальше, готовимся к следующей игре. Коллеги, еще вопрос? Да. Борис Олегович, а при, ну, например, 1-4, да, посадить Красикова и выпустить Ботова, не было такого? Ну, знаете, за 3 минуты, это уже, я думаю, что... Ну, хотя бы почувствовать его. Ну, у него вся карьера впереди, понимаете, вот здесь никакого резона не было его выпускать на 3 минуты. Понимаете, это нужно было делать раньше, мы посчитали, что это нельзя делать, ну, а заниматься какой-то там... За 3 минуты почувствовать, понимаете, человек молодой, вратарь, у него вся еще карьера впереди, будет много шансов и возможностей проявить себя, поэтому нужно постепенно, потихоньку, а не бросать в топку молодого вратаря, который при счете 1-4, понимаете, тоже не очень комфортно вставать. Поэтому ничего страшного, будет возможность, сыграет, поэтому так, чтобы прям... какие-то обиды там на кого-то и сразу менять, ну, уже 3-7 минуты оставалось, не было никакого резона. Это меняется вратарь, там, когда, может, хочешь стряхнуть команду, когда есть еще шанс вытащить игру, поэтому, как в прошлой игре. Ну, здесь вопросов никаких, поэтому будет у него возможность сыграть. Еще вопрос, коллеги? Нет вопросов. Спасибо большое. Всего доброго, до среды. Привет.